Первый месяц весны уже на исходе, и природа начинает стремительно просыпаться. Как бы ни было прекрасно весеннее пробуждение, оно таит много опасностей. Одна из них – сезонные паводки. Больше всего им подвержены районы в низинах. Один из таких – микрорайон Мостовая. Водоотводом здесь служат дренажные канавы. За их очистку уже взялись городские коммунальные службы. Были проведены работы по углублению, расчистке водоотводных канав. Данные работы находятся в завершающей стадии. Эти работы позволят минимизировать последствия весеннего паводка и не подтапливать территории жилых домов и приусадебных участков. По мнению местных жителей, систему пора не просто очистить. Ее надо модернизировать, хотя бы из-за просевшего грунта. Эти дренажные каналы, они должны быть построены более с инженерной точки зрения. Если мы обратим внимание, да, вот про, видите, оползень пошел. Это не только здесь. И там выше такое же есть, и ниже есть. То есть сползает грунт. Губернатор Сергей Морозов посетил микрорайон и встретился с населением и уполномоченными лицами. Одни отчитались о работах, другие рассказали о проблемах. Выяснилось, что местные и сами усложняют ситуацию с дренажными системами. Некоторые просто выкидывают мусор в каналы, предназначенные для воды, а не для отходов. Губернатор предложил установить систему видеонаблюдения по всей Мостовой. Дадим поручение нашим операторам, с кем мы работаем. Просто установим для того, чтобы здесь смотреть и не только за правильным дорожным движением, но и за правопорядками одновременно, в том числе за вопросами экологии, заставить немножечко, так сказать, голову включить. По прогнозам специалистов, в этом году максимальный уровень воды в реках ожидается выше средних многолетних значений. Как следствие, многие районы области могут быть подтоплены. Для предотвращения последствий уже приняты необходимые меры. В регионе созданы оперативные штабы и готовы пункты временного размещения жителей. Дорогами тоже занялись вплотную. У нас традиционно есть 9 участков автомобильных дорог, где происходит подтопление проезжей части. Круглосуточно выставлены посты наблюдения, назначены ответственные лица за наблюдением от департамента автодорог, от подрядных организаций. Заготовлено более 1000 мешков с песком для того, чтобы сооружать дамбы. Уже начались работы по очистке русла Свияги от мусора и водопропускных труб от наледи. Займутся и ливневками. Качество проделанных работ ульяновцы смогут оценить после сильного проливного дождя. Виктория Чиркова, Константин Никитин. Новости Ульяновской правды.